Здравствуйте, уважаемые моделисты! Представляем ваше внимание обзор содержимого коробки новинки от фирмы Восточный Экспресс. Модель в 144 масштабе, пассажирский авиалайнер МД-87. Давайте же скорее посмотрим, что находится внутри данной коробки. Итак, давайте посмотрим, что же находится внутри данной коробки. Это новинка от фирмы Восточный Экспресс, пассажирский авиалайнер МД-87. Это укороченный вариант пассажирского самолета МД-80, а МД-80, в свою очередь, это ближнемагистральный реактивный пассажирский самолет, разработанный в США, в Соединенных Штатах Америки в 70-х годах. И был он предназначен для замены устаревшего DC-9. Открываем коробку. Тут два пакетика, лежит с литниками. Посмотрим фюзеляж. Отсутствие иллюминаторов вы должны заметить, что их нет. К сожалению, они даны декалью. Может быть, к радостью. Кому-то к радостью, кому-то с печалью. Не знаю. Крыло. Крыло очень тонкое. Прям будьте аккуратны. Данная это модель разработана по технологии L&D, отлита, соответственно, качество соответствующее, большое количество облоя вы можете увидеть, соответственно, наждачная бумага, надфили, шпаклевка, все это вам здесь пригодится обязательно. Второй пакет, количество деталей совершенно немного. Фонарь самолета и два литника с деталями: стабилизатор, пилоны двигателей, шасси выполнены двумя деталями, что не очень хорошо. Я там всегда говорю, что проще, когда выполнено одной деталью, либо хотя бы диски отдельно, а резина отдельно. Это мое мнение. По пластику, в принципе, все. Самое интересное в последних моделях Восточного Экспресса — это хорошая качественная декаль от фирмы Бегемот. В основном здесь она тоже есть, но значка Бегемот я не вижу. Я не знаю, это Бегемот или это не Бегемот. Может быть, здесь? Секундочку. Здесь тоже не написано. Не знаю. Но декаль... Вот с виду я могу сказать, что качество хорошее, тонкая прозрачная подложка, хорошие цвета, вот вроде перекосов в печати нету, по моему мнению, на первый взгляд. Авиакомпания Iberia, данная модель, вот здесь под инструкция по клейке декали дана в цвете, что очень прекрасно. То есть самолет дан с двух позиций, даже с двух позиций слева-право борта и вверх-вниз крыла. Варианта два, оба компания Iberia, но разные борта. Вот, и хочу вам показать еще инструкцию. А инструкция на глянцевой тоже, вот так вот. Глянцевая приятная бумага. Хорошая печать. На первой странице описание прототипа самолета, содержимое набора и сборка. В принципе, вот все. Здесь уже окончательный вариант готовой модели. Так что вот так вот. Артикул данной модели 144-110, фирма Восточный Экспресс, масштаб модели 144-й. Приобрести данную модель вы можете на нашем сайте itermodelist.ru. А я вам говорю спасибо за внимание, спасибо, что смотрели обзор. Увидимся, услышимся. Пока-пока.